Всем большой-большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и сегодня я к вам пришла с такой постройкой крепости. Эту крепость мы будем с вами захватывать в следующей серии Великолепного века, да, такой мини-мини-спойлер, но чтобы вы понимали, что серия не выходила не просто так, я к ней готовлюсь, и мне вот нужна была такая постройка. Наш султан уйдет в поход, и хочу рассказать вам про эту постройку. Она, знаете, такая не предназначена, можно сказать, для игры, для жилья, это просто конкретно для того, чтобы отыграть какой-то сюжет. И если вы играете Великолепный век и тоже хотите, ну, какие-то, в общем, здания позахватывать, не знаю, устроить какие-то бои на мечах или что-то подобное, то вот, пожалуйста, для вас я создала такую постройку. И на самом деле ничего в ней такого нет. Здесь у нас есть в подвальном помещении такая казарма для наших рыцарей. Есть небольшой тренировочный закуток, где я поставила груши боксерские, да, ну, чтобы ваши рыцари, ну, отрабатывали какие-то, не знаю, навыки ударов, что-то такое. Вот. Также, конечно, если у вас есть мод на королевскую жизнь, то там как раз-таки в начале видео вы видели, да, что у меня рыцари на мечах дерутся. Так вот, в начале серии там видно, что крестики, серии видео, простите, там крестики стоят. Так вот, эти крестики как раз-таки из мода на королевскую жизнь. Вы их ставите в любом месте, и персонажи могут устраивать вот такие бои на мечах. И, кстати, это дает какой-то вроде бы навык, вот если я не ошибаюсь, у них появляется, я не помню, как он правильно называется, но что-то с мечами связано. И вы можете его развивать, то есть чем больше ваши рыцари будут тренироваться на этих мечах, тем больше у них будет повышаться навык. В принципе, даже немножечко, даже, ну, реалистично, так по мне. Так что, если нет этого мода, я советую вам его установить и попробовать эту функцию. Думаю, что вам понравится. Очень получается атмосферно. И, кстати, я вот, знаете, все думаю, что сделать, что ли, обзор какой-нибудь на моды, которые, по моему мнению, ну, необходимы для прохождения этого челленджа, и сопутствующие моды, которые не то чтобы прям необходимы, но если ваш компьютер позволял бы их установить, было бы здорово, потому что реально есть очень такие, знаете, мелкие-мелкие моды, которые, ну, вносят свои функции, и получается, что вы действительно можете проделать какой-то определенный сюжет. Ну, знаете, допустим, там, выдать какую-нибудь из дочерей, там, ну, замуж без любви, так скажем, потому что вы же все знаете, что персонажей нужно сначала свести, да, чтобы у них там любовь была, а потом их поженить. А есть моды, которые позволяют это сделать без романтической линии, то есть без вот этих отношений. Ну, то есть, знаете, вот такие мелкие всякие моды. Я вот думаю сделать, что ли, такой вам обзорчик. Если что, пишите в комментариях, буду рада, ну, вашему мнению послушать по этому поводу. Поэтому давайте вернемся к постройке. Так вот, в общем, есть небольшое место для тренировок. В подвальной части у них находится там банька, ну, как же без баньки, да, но она небольшая, не какие-то супер там хоромы, все так, знаете, по-скромненькому, вот, есть места, они такие, знаете, ну как, какие-то священные места, то есть я особо не углублялась в какую-то религию, все остальное, но я просто сделала что-то типа мест, где рыцари, ну, могли там, не знаю, помолиться, ну, что-то такое. У них там, может быть, свои какие-то, не знаю, они кому-то своему там поклоняются, какому-то существу, богу, я не знаю. Ну, в общем, я не стала, говорю, сильно углубляться в этот момент, я просто сделала что-то подобное, чтобы вы понимали, для чего стоят вообще эти там статуи и свечки и все остальное. Это вот для создания, ну, немножечко какой-то атмосферки, да. Потому что так бы получилось, что крепость получилась бы совсем каменная и абсолютно, ну, неуютная. Я, конечно, понимаю, что крепость уютная, это странно, но однако я не могла оставить рыцарей, даже которых мы будем захватывать, знаете, совсем в каком-то просто каменном дворце, абсолютно не пригодном, не знаю, для существования, где абсолютно некрасиво, я так не умею строить, поэтому простите. А также, что еще есть в этой крепости? В ней есть, конечно же, темница. В нее вы можете спуститься еще на минус один этаж. То есть там в этой крепости, значит, минус два этажа. И вот на минус втором там как раз-таки находится темница. Да, там ничего особенного, просто как бы клетки, ну,
мало ли, может быть, вы захотите отыграть какой-то сюжет, не знаю, там, ваши рыцари кого-то взяли в заложники, посадили в темницу, да, ну, у всех свои, как бы, запросы могут быть, и каждый по-разному может взять эту крепость и как-то ее обыграть, поэтому я решила добавить, эту темницу, думаю, пусть будет, неплохо, и на третьем, по-моему, этаже, если я не ошибаюсь, то у нас там находится такая, знаете, как, ну, типа, место для приема пищи, не могу сказать, что это столовая, и я поставила такой длинный стол, немного его украсила, объясню для чего. Смотрите, если вы будете вдруг отыгрывать сюжет «Великолепный век», то, конечно же, вам нужно, ну, возможно, вы, вернее, захотите устроить свадьбу. Помните, у нас по сериалу, да, Виктория, они как раз вот в крепости, у них была свадьба, и там Ариэль, по-моему, звали ее мужа, которого в итоге убили, да, османы, когда напали на эту крепость. Так вот, если вы захотите вдруг что-то подобное отыграть, я поставила там как раз таки этот стол, и можно, в принципе, попробовать как-то устроить какое-то застолье, свадьбу, может, какой-то ужин. Ну, у нас с игровым набором свадебной истории пришло много достаточно функций, которые можно как-то использовать для отыгрывания сюжета в вашей игре. Вот, поэтому этот стол я тоже поставила. Ну и в конце концов, даже если вы не будете этого делать, то рыцари должны где-то кушать. А я решила, что, ну, почему бы и не сделать такую, какую-то типа средневековую столовку. Вот, и, ну, и на верхнем этаже еще у нас, так, это, по-моему, второй этаж все-таки, если, да, это, по-моему, второй этаж. И на третьем этаже у нас находится самая такая отдельная большая спальня. Это для, ну, вашего самого главного рыцаря, да, какого-нибудь, не знаю, командира, главнокомандующего, ну, в общем, что какой-то главный человек вот в этой крепости. Вот для него это отдельная комната. И можно сказать, и все, больше тут ничего такого, опять же, да, повторюсь, это для того, чтобы просто отыграть сюжет. То есть такой дом, если вы можете так сказать, не особо прям суперфункциональный. Но все же, какие-то вещи там можно отыгрывать, и думаю, что получится очень-очень красиво и атмосферно. Вот. А больше, в принципе, сказать мне по нему нечего. Если вы хотите его скачать, переходите в мою группу ВКонтакте. Я все свои постройки сейчас выкладываю там. Плюс там есть сейчас опрос на то, чтобы выставлять ли дворец, который у меня новый в Великолепном веке. Потому что есть какие-то моменты, да, которые я там где-то не доделала. И, ну, то есть я вот спрашиваю своих зрителей, нужен ли он им в таком виде, в котором он сейчас есть. Если вы хотите поучаствовать, вы можете здесь в комментариях оставить, кстати, свое мнение, или если хотите все поскачивать, переходите в группу, добавляйтесь и скачивайте абсолютно на бесплатной основе все постройки, которые я строю и выставляю. Вот. Я буду очень рада вас там видеть. И остаток видео вы, наверное, досмотрите без меня. Видео получилось, кстати, не такое большое. Я сразу скажу, что повырезала кое-какие моменты, которые не, по моему мнению, ну, совсем не надо вам смотреть. Что-то я вовсе не снимала на камеру, но только потому, что это, знаете, скучное выстроение фундамента и подбор какого-то декора. Поэтому я не стала это показывать, иначе бы видео получилось, ну, достаточно большое, а знаю, что не все любят смотреть супер длинные видео, поэтому сделала такой средний размер видео. И самое такое главное запечатлила, ну, собственно, на камеру. Вот. Ну что, ребят, если что, пишите свое мнение в комментариях, если вы просмотрели этот ролик до конца, или переходите в группу ВКонтакте, участвуйте в опросе, скачивайте, общайтесь, в общем, буду ждать, если что, вас там. Вот. Все. Мы с вами увидимся уже в новых видео. Всем большое спасибо. Пока-пока.